23 января – праздник слухов. Всех бабушек, сидящих на скамейке у подъезда, с профессиональным праздником. И сегодняшние частушки об этом средстве массовой информации. Бабок дед спросил у лавки, где бы раздобыть булавки. Сотни-две принес домой, а хорошей ни одной. Дед старухе говорит, у меня живот болит. Токсикозик временный, может, я беременный. Вы слыхали, на Чукотке негров завезли пахать. Будут негры днем и ночью им породу обновлять. Клавка гонит самогон, Сашка ходит к Вале. Все, чем дышит наш подъезд, нам бабки рассказали. Вы слыхали, что спиртное запретили продавать. Только нам по барабану самогон будем мы гнать. Я с любовницей с утра поеду на дачу. Мимо бабушек пройду, пусть весь день судачат. Друзья, подписывайтесь на канал «Споем под баян». Пишите в комментариях, какую бы хотели песню услышать в следующих выпусках. Ну или, может быть, какие-то хотите частушки. Присылайте частушки, пишите прямо в комментариях, я все увижу и спою.